Все начинается с биения сердца. Биение сердца зарождающегося проекта, твердого и решительного в своем намерении дать о себе знать по всему миру. Биение сердца, способное привести в движение нацию. В самом центре Евразии, на границе слияния двух миров, находится Казахстан. Особое место для молодой, стремительно развивающейся страны, страна с большими возможностями для инвестиций. Индивидуальность, процветание, история, характер, богатая природными ресурсами, растущая международная репутация. В самом центре Центральной Азии зарождается новый потенциал. Взоры всего мира сейчас обращены на Казахстан, в том числе взоры туристской индустрии, ищущей новые возможности и перспективы. Это биение имеет свое название. Это сердце называется Кендерле – самый впечатляющий курортный комплекс, проектируемый на берегу Каспийского моря. В мире, где природные ресурсы подвергаются чрезмерной эксплуатации, Кендерле отличается девственной красотой своей природы и предлагает уникальную возможность – чистый холст, на котором можно построить новый туризм так, как мы всегда себе его представляли. Кендерле объединяет в себе средиземноморский климат с особым шармом Азии. Выгодное местоположение всего в 3 часах полета от огромного потенциального рынка сбыта. Кендерле – это гораздо больше, чем урбанистический проект. Это национальный проект, в который правительство Республики Казахстан вкладывает всю свою энергию. Это проект, охватывающий все более растущий спрос. Проект без конкурентов. Кендерле – это не просто проект. Кендерле уже живет и функционирует. В качестве предварительного шага правительство создает внешнюю инженерно-транспортную инфраструктуру, необходимую для гарантированного успеха. Затем первая группа разработчиков разработает внутреннюю инфраструктуру и готовит земельные участки под застройку. Вторая группа разработчиков построит курортный комплекс, предназначенный для продажи, аренды или управления. Солидная и прибыльная бизнес-модель увеличит стоимость участков в 600 раз. Результат – 1950 гектаров развитого комплекса досуга и отдыха, где магия и логика сходятся воедино. Эмблема нового туризма. Мечта любого инвестора, в которой вы можете принять участие. В чем отличительная особенность Кендерле? Жизнь Кендерле проходит около моря, что является его смыслом и естественной средой. Сеть его водных путей обеспечивает постоянно присущую водную гармонию. Новаторский проект в области устойчивого развития является той добавленной стоимостью, которая принесет огромные дивиденды для инвесторов. Каналы, набережные, дороги, электрический транспорт, природа и эффективность – это те артерии, через которые проходит поток жизни Кендерле. Кендерле вдохновляется своей уникальной природой и своей древней и кочевой историей. Кендерле вдохновляется людьми, их мечтами, их благополучием, их личностным ростом. В чем формула? Смотреть с душой, представлять, мечтать и формировать эту мечту, устанавливая ее на прочных опорах – красоте, устойчивости и рентабельности. Парадная набережная приглашает на незабываемую прогулку. А в пляжном клубе любой вечер становится незабываемым. Провести ночь в юрте на берегу. Открыть для себя секреты Каспийского моря. Ощутить природу в ее чистом виде. Проехаться верхом на лошади, дышащей степью. Жить интенсивной жизнью. Заниматься спортом, играть в гольф, бросать себе вызов в спортивном центре, проводить время в спа и wellness-центре, снимать напряжение, расслабляться, наслаждаться и открывать для себя новое.
Кендерле – это лучшее предложение разного рода занятий в окружении потрясающих природных красот, среди заповедников, флоры и фауны, и все это в нескольких шагах от жилых районов. Кендерле – это гораздо больше, чем место для посещения. Это место, чтобы жить и наслаждаться. И чтобы вернуться. За большой потенциал этой страны, за ее решительную ставку на туризм, за сущность уникальности проекта в Каспийском море, за огромный потенциальный рынок потребителей, за то, чтобы быть гораздо больше, чем курортом. Настал момент, чтобы сделать что-то большое и важное. Чтобы построить лучшее будущее через построение лучшего туризма. Кендерле – это твердая ставка, уникальная и победная. Это гораздо больше, чем бизнес. Это прекрасная возможность инвестиций, к которой правительство Республики Казахстан приглашает присоединиться. Добро пожаловать в Кендерле! Добро пожаловать в Казахстан!